Бенгальские коты и курильские бобтейлы. В Караганде состоялось осеннее кэт-шоу. На традиционной выставке кошек в шахтерской столице были представлены 12 пород кошачьих со всего Казахстана и России. Репортаж Алины Акбаевой. Таис Голден Леди, кошку бенгальской породы, привезли из Темиртау. Ей всего 6 месяцев, однако эта представительница кошачек уже успела завоевать титул юных чемпионов. Хозяин котенка рассказывает, что эта порода кошек очень ласковая и подвижная, а любителям пушистой живности придется раскошелиться. Стоимость бенгальской кошки на казахстанском рынке от 1000 долларов, а за рубежом цена достигает 6000 евро. Это бенгальская порода, достаточно редкая не только у нас в Казахстане, не только в городе даже у нас, но и во всем мире. Это гибридная порода, которая получилась в результате скрещивания азиатской леопардовой кошки и домашнего кота. Для того, чтобы получилось вот такое шикарное животное, нужно, чтобы прошло не менее 4 поколений. Тогда это уже считается настоящей бенгальской кошкой. Новинка караганинской выставки кошек – курильский бобтейл. Их привезли из Астаны. Они отличаются дружелюбным характером и особо крупным размером. Вес самцов может достигать 12 килограмм. Порода очень интересная. Они идут крупнопородистые. Кошка вырастает размером до русского спанеля. Особенность у них идет короткохвост. Они рождаются с такими хвостами. Хотя многие думают, что у них хвосты купируют. Нет, у них хвост при рождении уже идет короткий, идет со зломами. Задние лапы у них идут гораздо длиннее передних, и поэтому, когда они бегают, создается ощущение, как будто зайцы. Выставка кошек в Караганде проводится 2 раза в год. Здесь можно не только полюбоваться усатыми созданиями, но и приобрести понравившегося котенка. В Карагане проходит 2-3 раза в год такие выставки. Наш клуб, Центр кинологии и фенологии АРКОИК, зарегистрирован в городе Астана. Мы проводим эту выездную выставку, приехали с своими животными. Здесь около 60 животных, 12 пород. Из редких пород здесь представлены бурмы, бенгальские кошки и деван-рекс. Остальные породы достаточно распространены в Казахстане. На осеннюю выставку кэт-шоу всегда приводят самых лучших представителей своих пород. Каждый желающий может не только полюбоваться пушистыми зверюшками, но и уйти, прихватив с собой нового усатого друга.